كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. Также из основ сунны это иман, вера, ир-рухья, йом-ль-кьям. То есть то, что верующие увидят Аллаха в судный день. Как это передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверных хадисов. Доводы на то, что верующие увидят Аллаха, субханаху ва та'ала, ахирата, это слова Аллаха «Лилладина ахсану л-хусна ва зияда». Тем, которые совершали благие дела, аль-хусна, их ожидает рай. «Ва зияда» и добавок. وقد فسرت الزيادة بأنها رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. И вот эта зияда, то есть добавок, который дадут верующим в раю, ученые прокомментировали, что это, то есть то, что Аллах откроет свой лик верующим, что они увидят его воочию. Также хадис от Сухайба. Сухайб ибн Синан передается عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. То есть относительно этого аята посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد. Когда обитатели рая войдут в рай, призовут: إن لكم عند الله موعدا, вас встреча с Аллахом. قالوا ألم يبيض وجوهنا. Обитатели рая скажут: Аллах же, то есть, сделал наши лица белыми, светлыми. وينجينا من النار. И также Аллах спас нас от огня. ويدخلنا الجنة. И разве Аллах не ввел нас в рай? Что еще нас ожидает и что Аллах уготовил еще? قالوا بلى. Им скажут: да. فيكشف الحجاب. Тогда Аллах откроет завесу. قال, то есть откроет свой лик, и верующий увидит Аллаха. قال فالله فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. И клянется Аллахом, посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم клянется и говорит: им не было даровано что-либо милее, чем увидит Аллах. Это наивысшая степень блаженства – увидеть лик Аллаха. وَمِنْهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Также из доводов на то, что верующие увидят Аллаха в судный день, аят «Уджухун яума идин надыра». И в тот день лица надыра, то есть светящиеся, «Иля раббиха надыра», и глядящие на своего Господа, то есть смотрящие на своего Господа. Верующие увидят Аллаха своими глазами, воочию. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Также довод слова посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, который в достоверном хадисе: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорит, что вы непременно увидите вашего Господа в судный день. كما ترون هذا القمر. Также как вы видите эту луну. لا تضامون في رؤيته. И вы не будете толпиться, мешать друг другу, то есть в видении. Не нужно будет собираться в какую-то местность или на какую-то территорию. Каждый человек увидит Господа, как увидит Аллаха в том месте, в котором он находится. Так же, как в этом мире мы видим луну и солнце, и мы не должны собраться в каком-то отдельном месте, чтобы увидеть солнце и луну и мешать друг другу. То есть каждый человек, обитатель этой земли, кто находится на этой земле, может увидеть луну в той местности, где он находится. Также обитатели рая увидят Аллаха
То есть им не нужно будет толпиться и мешать друг другу. Шейх Ахмад Наджми, рахимахуллах, говорит, а хадис ухра, кад варадат фил мавдуъ. Также есть другие хадисы, которые пришли относительно этого. Юмкин ан такуна мин аль-мутаватир ма'нан. И можно считать хадисы, в которых сказано, что Аллах, верующий увидит Аллаха в судный день, мутаватиром. Мутаватир ма'на. То есть смысл этих хадисов можно назвать мутаватиром. وهي تفيد كلها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر صحوا بدون سحاب. И все эти хадисы указывают на то, что верующие увидят Аллаха в судный день, так же, как они видят луну, ليلة البدر, в ночь полнолуния, صحوا بدون سحاب, то есть, когда на небе чисто, без облаков. وكما يرون الشمس في الظهيرة صحوا بدون سحاب. Также как они видят солнце, когда погода ясная, нет туч, нет облаков. وهذا تشبيه للرؤية للرؤية. Это важный момент. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, уподобил видение, но не то, что видят. Аллах не уподобил солнце и луну Аллаху. То есть, или Аллаха, солнце и луну. Он уподобил видение, То есть, как мы уже сказали, человек видит луну, видит солнце, и ему ничего не мешает, когда ясная погода или же ночь, в котором нет облаков и так далее. Также он видит Аллаха, и ему не нужно собираться и так далее. Ему ничего не мешает увидеть Аллаха. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнил видение, но не сравнил Аллаха с луной и солнцем. «Ла лиль мар'и биль мар'и фаш-шамсу валь-камару махлукатун мин халькиллах». Солнце и луна – это творение из творения Аллаха. «Ваиннама дзалика тамсилун лир-руйяти лир-руйя». لِكَيْ تَكُونَ مَعْقُولَةً. То есть, однако, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнил видение для того, чтобы люди приблизить понимание. فَكَمَا أَنَّ رُؤْيَةَ الْقَمَرِ وَرُؤْيَةَ الشَّمْسِ بِدُونِ سَحَابٍ رُؤْيَةٌ مِّنْ غَيْرِ إِحَاطَةٍ. Так же, как видение солнца, солнца или луны в чистую, ясную погоду. رُؤْيَةٌ مِّنْ غَيْرِ إِحَاطَةٍ. Это видение без того, чтобы охватить это солнце и луну. То есть мы видим солнце, но мы не можем охватить целиком. То же самое и с Аллахом. Мы видим, увидим, иншаллах, или верующие увидят Аллаха, но охватить Аллаха никто не может. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. То есть его взгляд не может охватить полностью Аллах. Однако Аллах может, то есть Аллах охватывает своим взглядом творение.